Структурные подразделения управляющей компании «Региональный оператор» подвели итоги работы в праздничные дни. Специалисты отмечают, что по сравнению с декабрем увеличилась доля отходов в серых баках, а в некоторых муниципальных образованиях общий объем вывезенных ТКО вырос вдвое. Так Одинцово стало одним из лидеров по сверхнормативному образованию отходов наряду с городскими округами Истра и Можайск. Русский региональный оператор в связи с возросшей нагрузкой выпускал на линию дополнительные единицы спецтехники.